Так, всем приветики. Сегодня мы получим Лавля складывать игрушки в емкости и сошьем, вернее, свяжем игрушечку для этого дела. Потому что нужна такая игрушка, которую собака будет очень сильно хотеть схватить, за ней погоняться. Вы можете взять любую другую игрушку, тоже такую малюсенькую, чтобы она была интересная. Начнем мы сначала с тренировочки, с игры. А потом, кто захочет, останется и посмотрит, как мы делаем зайку-разгильдяйку. Итак, берем кормленькие собаки. Тут у нас лежит зайка-разгильдяйка. И уже, которую я показывала в сторис, Мишка о труселях. Лавли, иди сюда. Иди поближе, что-то там спряталось, тебя ж не видно, да? Молодец. Так, я немножечко уйду из кадра. Так, для начала, иди сюда. Иди сюда. Ой, молодец, хорошо. А пять дашь? Помнишь пять? Да, молодец. И даже две пять дала. Умница, хорошо. Смотри, это твой любимый Мишка, труселяк. Его она видит только, когда играет. Да, молодец. А это зайка-разгильдяйка? Да, кого выбираешь? Кого выбираешь? Так. Хорошо, на тебе Мишку. Так, а это кто? Кто это? Кто? Кто тебе больше нравится? Зайка или Мишка? Так. Давай меняться. Молодец. Оп, скорей, скорей. Ух, молодец. Не, я не дам ничего. Бери скорее ее. Неси мне. Скорее. Скорее неси, скорее неси. Скорее, 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 скорее. Ну что это? Молодец. Хорошо принесла. Ух ты. Ух ты. Играй. Ух. Ой, ой, давай скорее. Скорее, скорее, скорее. Скорее. Ух. Принеси. Молодец, меняемся. Хорошо. Неси скорей. Неси Мишку. Молодец. Хорошо. А теперь зайку принеси. Зайку. Молодец, хорошо. А теперь Мишку. Мишку. Неси Мишку. Молодец, хорошо. А теперь зайку. Зайку принеси. Зайку. Принеси зайку. Хорошо, молодец. Так можно учить название игрушек. А теперь зайку принеси. Зайку. Так, теперь берем коробочку. Ой, какая коробочка. Скорей. Чтобы главное, чтобы она ее не боялась. Если она будет бояться коробочку, все пропало. Да? То есть или тарелочку, или коробочку. Короче, какая-то маленькая емкость, которую вы можете в руку взять. Да? Что опять тут? Давай. Молодец, умница. Не любит она коробочки всякие. Давай сюда еще. Зайку положим туда. Достань зайку. Давай, доставай зайку. Где зайка? Зайку, доставай зайку. Где зайка? Ух, ух, зайка. Надо, чтобы сначала достала из коробочки. Молодец, молодец, хорошо. О, это умница. А теперь Мишку. Достань Мишку. Достань Мишку, давай. Мишку доставай. Доставай. Хорошо, ты ж моя королева. Ты умница. А теперь зайку достань. Зайку достань. О, ты моя королева. Ай, молодец. Давай закрепим. А теперь Мишку достань. Достань Мишку. Мишку достань. Ну, доставай Мишку. Хорошо, молодец. Умница. А теперь достань зайку. Достань зайку. Это Мишка. Зайку достань. Хорошо, молодец. Зайку достань, зайку. Она же еще только учится. Да, хорошо, доставай. Давай, молодец, хорошо. Так, следующий этап, надо ее туда положить. Молодец, умница, хорошо. Молодец. Так, мы включили камеру. Так. Теперь я буду держать руку над коробочкой. Давай, зайку принеси.
Принеси зайку, скорей, 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 скорей. Оп, молодец, хорошо, умница, молодец, хорошо. Еще разок. Давай зайку. Зайку неси скорее, зайку. Почти, молодец. Давай еще подставляем. Оп. Скорей, 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 скорей. Принеси, скорей, 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 скорей. Принеси еще, принеси. Да, хорошо, скорей зайку неси. Молодец. Так, надо теперь ловить будет. Ловить будет надо. Тогда мы возьмем коробочку поменьше, ловить удобнее будет. Крышку от коробочки, да? Положи сюда, давай, клади. Молодец, хорошо, умница. Молодец, умница. Сначала начинайте с маленьких игрушек и совсем с плоских емкостей. С небольшими бортиками, чтобы она понимала на определенное место класть. Давай скорее. Давай. Ух ты, ух. Давай, поиграем, поиграем. Давай, неси. Почти, это я не ловка. Давай еще. Оп. Скорей. Оп, молодец, поймали, хорошо. Давай еще, оп. Скорей неси. Скорей. Еще, не донесла. Давай еще, 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 еще. Разыгрываем. Давай. Давай, молодец, хорошо. Сначала мы с коробочкой за ней, когда она уже отдает, по команде приносит. Оп. Где? Где зайка? Где зайка? Скорее неси. Где зайка? Зайка где? Где зайка? Скорее принеси зайку. Давай. Батюх, батюх, батюх. Зайку неси. Неси зайку. А ты не принесла, за что тебе вкусняшки давать? Вот, молодец. А где? А где зайка? Что это показывает мне? Что ты мне показываешь? А Мишка-труселя? Мишку? Скорей. Молодец, хорошо. Давай еще. Давай еще. Хоп. Неси. Неси. А зайку принесешь? Мишку принесешь? Давай. Давай. Молодец, хорошо, умница. А теперь давай зайку принеси мне. Зайка. Скорей, скорей, скорей. Неси. Неа. Скорей, скорей. Скорей зайку. Зайку неси. Давай. Растеряла, что там Мишка лежит. Молодец, хорошо. Так, ловуша. Ловуша, возьми Мишу. Мишку возьми. Ты зайку взяла. Ну ладно, все равно молодец. Так, еще давай. Возьми Мишку. Мишку возьми. Хорошо, молодец, умница. Хорошо. Это там. Так. Ну давай, принеси зайку. Зайку. Принеси зайку. Скорей, скорей, скорей. Давай скорей. Принеси зайку. Молодец. Отлично. Молодец. Хорошо. То есть она уже не в руку, а в коробочку. Хоп. Скорей. Надо принести зайку. Надо зайку принести. Без этого никак. Зайку. Принеси зайку. Нет. Зайку принеси. Зайку принеси. Скорей, скорей. Где зайка? Где зайка? Попрошайка. Где зайка? Где зайка? Где зайка? Ай, скорей. Давай. Молодец. Умница. Это первый урок, поэтому мы не усложняем сильно. А теперь Мишку. Мишку. Клади. Молодец. И сейчас, когда мы уже подносим, мы стараемся, чтобы она немножко потянулась. Молодец. Молодец. Потянулась и положила. То есть хотя бы на миллиметр, но сама. То есть не мы просто подставляем, она отпускает, бросает этот. А она чуть-чуть тянется, чтобы собака начала понимать. Ну давай. Скорее, Мишка, 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 скорее, скорее, скорее. Клади. Молодец, хорошо. А теперь давай зайку, зайку. Зайку, зайку, клади. Давай. Неси скорее зайку. Где зайка? Ой. Ух ты, как ты умеешь играть-то. Ух. Зайку. Давай. Скорей. Оп. Молодец. Зайка-балерина у нас. Зайка-разгильдяйка. Зайка-разгильдяйка. Зайка такая. Вот так. Вот так. Зайка-разгильдяйка. Зайка-разгильдяйка какая. Скорей. Давай. Молодец. Чуть-чуть потянулась. Попала в цель и получила вкусняшку. А теперь давай Мишу. Мишку. Скорей. Давай скорее. Где Миша? Где Мишка? Мишка? Клади.
Молодец, хорошо. Давай еще. Так. Ну и последний. Ой. И последний разок давай. В доступе такие игрушки не оставляем. Ух, зайку. Неси. Да, положила сама. Молодец. На этой прекрасной ноте мы будем... Да, молодец. Возьми зайку. А Мишку возьмешь? Возьми Мишку. Мишку возьми. Возьми Мишку. Что ты делаешь? Мишку возьми. Возьми Мишку. Молодец. Хорошая девочка. А теперь зайку возьми. Вот они лежат. Возьми зайку. Разные игрушки нужны для того, чтобы... Молодец, хорошо, умница. Разные игрушки нужны для того, чтобы собака не привыкала только одну игрушку складывать, а чтобы их потом больше и больше было, и она запоминала название этих предметов. Все, ты моя интеллектуалка. Ты моя интеллектуалка. Интеллектуалка ты моя. Интеллектуалка, такая умница. Для зайки-разгильдяйки вам потребуются ножницы, любые шуршащие пакетики, тесьма, нитки двух цветов хотя бы, ну лучше трех, колокольчик, который звенит. Начинаем мы с простых петель. Делаем небольшой кружочек из воздушных петель и провязываем по кругу. Постепенно мы прибавляем с третьего ряда по 2 петли. И потом убавляем, чтобы получилась как бы шапочка такая кругленькая. Это мы вяжем голову зайки-разгильдяйки. Абсолютно все я показывать не буду. Те, кто не умеет вязать, просто нужно простые петли научиться. Вот получилась кругленькая у нас. Дальше мы, пока еще мы не набили голову, сразу продеваем в иголочку нитку. Можете клопчат бумажными нитками вышить лицо. Я вяжу ее быстро, поэтому я взяла просто толстые нитки и толстую иглу и наметила просто, где должен быть носик и где должны быть глазки. Вы можете заморочиться, сделать более симпатичную мордочку. А у меня для дрессировки нужна эта игрушка, а собаке лицо не сильно важно. Берем пакет и набиваем. Я использую пищевые пакеты. Набиваю плотно. Для чего пищевые пакеты, а не сантипон? Для того, чтобы если разорвется игрушка, собака не наелась. Далее мы провязываем уже, затягиваем немножечко шею. И потом начинаем прибавлять в каждом ряду по 2-3 петли, чтобы сделать туловище зайчика. Далее мы берем колокольчик и пакетик, когда мы связали почти полностью туловище. Заворачиваем в пакетик колокольчик, чтобы он не сильно звенел, но был достаточно слышен, как погремушка. Набиваем опять же тело, но не так плотно, как голову, потому что нам нужно будет еще приделать ручки и ножки, и юбочку пришить. И если мы сделаем слишком плотно, нам будет трудно навязывать на игрушку остальные петельки. Все это время Тедди сидел и смотрел, как я ее делаю, и очень переживал. После того, как мы связали тело, мы уже делаем ушки. Также навязываем сверху простыми петлями. Я взяла... Тедди очень смешно ртом сидит делать. У меня съехала камера, потому что он активно двигал мне штатив, и я не обратила внимания на это. Прошу прощения за то, что все не видно, но тут главное принцип показать. Итак, вот у нас ручки сделаны, ушки сделаны. Я заранее отрезала нужной длины нитки, чтобы они у меня получились одинаковые. И сейчас я уже буду пришивать
привязывать ножки. Вот такая зайка. Но она у нас голая. Можно, конечно, оставить так. Потом мы сделаем ей тоже небольшой хвостик из остатков ниток. Ничего не должно пропадать у рукодельницы. Просто продеваем, привязываем и обрезаем до нужной длины, делая помпончик. Теперь делаем ей юбочку. Я беру и по кругу, там, где должна быть юбочка, начинаю сначала навязывать петельки. И когда уже я ее провяжу полностью, я начну прибавлять сначала по 2 петли в каждый столбик, да, простыми петлями вяжу, а потом уже по 3, чтобы юбочка была более волнистой. Юбочку мы сделали, теперь делаем топик. Хоть она и разгильдяйка, но нам нужно, чтобы она выглядела прилично. Поэтому мы взяли тесьму, взяли нитку и просто пришиваем обычными стежками. Ну вот и получилась у нас прикольная зайка-разгильдяйка. Проверим на собаках. Надеюсь, сегодняшнее видео было вам полезным. Если остались вопросы, пишите мне в комментариях их, да? И что у вас получилось, отмечайте меня в сторис, если тоже попробовали получить собаку. Да, мой холёсый? А мы с вами прощаемся. Надеюсь, вы тоже решите сделать такую игрушечку. И всем пока!